Всем привет, ребята! Рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня я специально для вас снимаю распаковку бумажных сюрпризов. И как же я могла прийти к вам без новиночки? И, конечно же, я сделала ее. Это коллекция из 10 пакетиков, из 10 наклеечек. И сейчас, после того, как я вам покажу все пакетики, я уже и скажу, как называется эта коллекция. Вот такие пакетики с посыпочкой. И эта коллекция называется мороженое. Давайте сразу уж из нее и выберем пакетик. Какие-то цвета повторяются. Давайте возьмем сегодня вот этот голубенький. Давайте пока что складывать его сюда. Так, дальше идет коллекция новогодние рисуночки. И сегодня нам с вами надо взять зелененький. Что-то не хочет. Ой, что-то не сработало почему-то. Ладно, давайте вот так загнем просто и все. И забудем про это. Так, так. Коллекция косметика. У нас осталось только 4 пакетика. Вот этот зелененький давайте возьмем. Потом идет коллекция духи. И берем... Давайте вот этот зелененький. А потом коллекция маникюрчик или идеи для маникюра. А давайте сегодня вот этот с лаком возьмем. Все коллекции у нас с вами очень красивые. Так, потом идеи, что можно подарить. А, нет, это уходовые средства. Уже запуталась вся в этих коллекциях. Если я не ошибаюсь, давайте возьмем вот этот пакетик. Потому что я могу ошибаться, потому что не подписано на этих пакетиках. Потом, что можно подарить подружке на Новый год, или просто что можно подарить девочке. Давайте возьмем вот этот красненький, красивенький. Так, потом коллекция приготовь. Еще 5 распаковочек, точнее 4, и мы закончим с вами эту коллекцию. Давайте возьмем вот этот с макарошками. Потом коллекция черепашка. Выберем. Ой, коллекция маникюр, что-то тут забыла. Так, коллекция черепашка. Давайте возьмем с вами вот эту красивую медузку. Так, потом красивые рисуночки, для красивых рисуночек. Давайте возьмем вот этого зайку, который ест пончик. Сегодня мы с вами выбираем все очень красивые пакетики. Потом коллекция новогодние новогодние шарики. Новый год уже кончился, уже некоторые даже разбирают елки, у нас все еще с вами эта коллекция. Потом у нас с вами коллекция вот такая, зайка. Давайте возьмем вот этот фиолетовенький. Коллекция зайка, и там еще могут попадаться ее друзья. И коллекция повязочки на голову. Возьмем вот этот фиолетовенький, давайте, красивенький. И вот столько пакетиков на нашу с вами сегодняшнюю распаковочку, очень много. И вот наш с вами каталожик. И давайте приступать. Первую коллекцию нам выпала, это коллекция приготовь. Ищем. У нас с вами пакетик с макароном вроде бы. Вот. Так. Так, интересно, что же нам сегодня с вами попадется. Это под номером 1 вот сюда. Давайте чуть-чуть приближу камеру. Сейчас что-то не получается. Ладно, потом приближу. Так, и это ванилька. Так, ура, зацепочку нашла. Блин, закрылась. Так, вот так будет. Так, и приклеиваем чипокс. Что же у нас потом? Это новогодние рисуночки. У нас с вами вот пакетик, вот этот. Сейчас я приближу камеру и к вам вернусь.
Что-то у меня не очень получается это. Ну, в общем, проехали. Так, открываем пакетик. Очень сложно открывать, потому что это скотч и все. Ой, помяла карточку, наверное. О, тут целых две карточки, значит, что-то редкое. А, нет, показалось. Это не карточка, это вот такие носочки. И вот такая карточка. Карточку вкладываем. Наклеечку приклеиваем, так как тут нету ничего, то сейчас вернусь к вам. Так, я приклеила. Вот так получилось. Так, это вторая страничка. Потом новогодние игрушки на елочку. У нас с вами... Сейчас найдем пакетик. Вот наш с вами пакетичек. Такая кучка у нас с вами, кучища, так скажем. Так, голубенький пакетик. Вот всегда, когда без перфорации, без вот этого всего, страшно открывать пакетик, потому что можно порвать. Так, и сегодня нам с вами попадается одна наклеечка под номером 3. Это у нас с вами не на вкладыше. Так, стараюсь на видео отклеить. Ура. Так. Оп. Вот такая коллекция получается. Потом идеи для модных рисуночков. Это вот этот пакетик. Кролик тут. И сегодня попадается под номером 1. Так, это вот сюда. И вот такое шоколадное молочко. Или какао-молочко. Или просто какао. Так, вот это что-то не хочется. Видео, поэтому сейчас вернусь. Итак, я сделала зацепочку. И приклеиваем. Вот такая коллекция у нас с вами получается. Дальше повязочки на голову. Это вот этот пакетик. Неужели тут зацепочки нет? Вроде я же не делала... А, да, я не делала, ошибочка. Так, фигушки откроешь, вот так заклеишь, потом еще и боишься наклейку порвать. Итак, это коллекция без номерка. Такая повязочка попадается красивая, голубенькая с синенькими сердечками. Отклеиваем. И давайте вот сюда. Прилепим, приклеим. Так, дальше у нас коллекция косметика. Это у нас с вами... Сейчас закопался этот пакетик. Так, тут зацепочка. Что-то большое попадается. Может, целых две наклейки? Что-то я забыла. Нет, одна наклейка, просто она сложена напополам. Это вот такая палеточка теней. Красивая. Под номером 3 вот сюда. Вот когда на двухстороннем скотче, легко отклеивать. Приклеилась. Вот такая, она реально очень красивая, реалистично очень нарисована. Я старалась очень над этой коллекцией. Так, вот так. Потом коллекция черепашка. Как раз прям... Вижу этот пакетик, он у нас с перфорацией. Смотрите, как ровно отклеилась перфорация. Так, давайте. И вот такая черепашка нам сегодня миленькая попадается. Так, давайте ее вот сюда приклеим. Потом у нас с вами коллекция идей для маникюра или просто маникюрчик, педикюрчик. И вот такой красивый дизайн нам сегодня с вами попался. Он у нас с вами под циферкой 10. Это вот сюда. И вот так сегодня его приклеиваем. То есть смотрите, тут идея приклеивания так. Вот эта линия вниз, это вверх.
это вниз, а тут боком. Вот, такая коллекция получается. Потом, что попало в кейсе, мы это уже закончили, эту коллекцию. Потом, что подарить на Новый год девочке? Или вообще просто подарить? Такой пакетик. Пришлось сегодня порвать. Это просто бомба! Так, давайте сразу отклеим с вами. Это под номером 4, вот, прям четверочка. Я не знаю, хорошо ли вам видно. Это резиночка. Так, это у нас с вами вот сюда. Вот так. Вот такая красивая коллекция получается. То есть тут внутри закрасила, как вот этот фон. Вот так. Тут пока что ничего не приклеивали. Потом зайка и ее друзья. А зачем я рву, если тут есть зацепочка? И тут нам попался ее друг. Так, татушка завернута. И под номером 6. Это даже можно не открывать. Это вот сюда. Очень красивый друг. Мишка, то есть. Тут еще должна попасться собачка. Вроде, если я не ошибаюсь. Вот такая коллекция получается. Кстати, мы с вами весь ряд собрали. Вы уже представляете? Как-то странно. Моя из любимых коллекций — это духи. Так. Что тут, нет зацепочки? Неужели? Не может такого быть. Ладно, вот зацепочку нашли. Сами сделали. Вот заднюю сторону не жалко рвать, а переднюю очень жалко. Так, это под номером 8. Это не на этой страничке, это вот сюда. Вот у нас с вами две странички в этой коллекции. Отклеиваем. И сейчас я вам покажу эти духи. Точнее, не эту духи, а эти. Блин, что же не хочет-то ничего сегодня отклеиваться. Ой. И вот такие духи нам сегодня с вами попались. Вот так. Аккуратненько. Так, уходовые средства. Средства. Тут у нас с вами Perforation. Так. Это мое из самых любимых уходовых средств, которые я нарисовала. Отклеиваем сразу. Это авокадо скраб. Такая красота. Давайте вот сюда приклеим. Красивенький скраб такой. Так, тут дальше потом вторая страничка. И вот наша с вами новиночка. Это мороженое. Тут целых 3 странички. И еще и вкладыш. Потому что мороженое очень большие. Тут у нас перфорация, кстати, большие. На каждом пакетике вот такая длинная перфорация. Ура, сработала. Так, и тут у нас с вами попадается вот такая мороженка. Красивая очень. И давайте ее с вами приклеим вот сюда. Вернусь, как приклею. И вот такая красота у нас с вами сегодня начала собираться. И, в принципе, на этом видео заканчивается. У нас с вами на распаковке очень много коллекций. И я в шортс выкладываю видео, когда, с предупреждением, когда у нас будет с вами выходить новое видео. Поэтому не пропускайте. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всех вас люблю. И если ты на меня подпишешься, то чем больше на меня вы будете подписываться, тем больше я и чаще буду снимать для вас видео и делать новые коллекции еще красивее и больше. Поэтому подпишись и поддержи меня своим лайком. Всем пока!